Стекай, с подвала слезь быстро, сейчас волна будет, нахуй. Слезь, сейчас вот. Сейчас волна дойдет до нас. Еще и стекла нахуй вылетят. Уйди. О, бля, а тут Сайрат упал, бля. Да? Ага. Да? Вот на дорогу. Прям перед машиной причем. Да нихера не летают. Ебать, аж автобус шевелится. Чё? Я уехал уже на Джанкой, поеду автобус оставлю, все, не пускает вас вас? А нет, все, короче, я на базу автобус оставлю, все, откуда толку, блядь, ебашит там, блядь. Ух, ебать, они там поразлетали. Алло. Нихера себе. Да а какой автобус, бля, ебаный? Это ж автобус шевелится. Это Зосуму, бля, ебаный. В километрах 6 автобус ебаный, шевелится. Извините, ребят, но это горит склад рядом с моим домом. Сегодня я, наверное, на работу не выйду. Взрывами повыбивало все окна в нашем доме. Потушить не могут. Видно на нем взрывы. Это прям вот рядом с селом старая ферма. И с нее вот это вот все горит. 6 утра. Утро начинается не с кофе. Извиняюсь. Трясутся руки. Это все от нервов. Реально, как будто не майская. Во двор зайти за провод. Никакого ни сообщения нет ни людям, да? Совсем до жопы, нахуй. Смотри,